В эти выходные пройдет республиканский конкурс «Чаваш-Пиги». У конкурсанток обширная и интересная программа. Началась она с посещения магазина «Пахотери». В исторической части города на улице Ярославской магазин «Пахотери» открылся совсем недавно. Теперь жители и гости столицы могут полюбоваться разнообразием чувашской вышивки, а также приобрести изделия с национальным орнаментом. «Пахотери» – это не только магазин, но и выставочный зал. Сегодня продавцы-экскурсоводы рассказали участницам конкурса «Чаваш-Пиги» об истории и развитии чувашской вышивки. Прихожу уже второй раз, и я не перестаю удивляться над красотой, над богатством нашей чувашской вышивки. Мне этот магазин очень нравится. В магазине я душой отдыхаю, моя душа отдыхает. Мне глаза разбегаются от красоты. Чувашская вышивка мне очень нравится. В этом магазине я заказала тоже чувашское платье. Чувашская вышивка славится разнообразием узоров. В старину чувашская женщина знала более 100 швов. Композиции создавались, учитывая значение орнаментов. Многое уже утеряно. Но художники и мастера фабрики «Пахотери» воссоздают их и разрабатывают новые образцы. Вышивка на скатертях и салфетках, платьях и мужских рубахах. Мастера фабрики при пошиве одежды с каждым клиентом работают индивидуально. Особенно ценится ручная вышивка. Сегодня небольшой шедевр появился прямо на глазах участниц конкурса «Чаваш-Пиги». Художница фабрики «Пахотери» Анастасия Андреева показала несколько швов. Ручная вышивка издревле, она славится, издревле живет. Народ всю жизнь вышивал, себя украшал, платье, одежду, домашние украшения, можно сказать, скатерти, полотенца, постельные принадлежности. Рисунки изучаю и старинные, и более современные, и сама тоже стараюсь придумывать. Благодаря фабрике «Пахотери» о чувашской вышивке узнали и в Японии, и в Америке, и в других странах. Мастера являются участниками многих международных выставок. В магазине «Пахотери» можно приобрести не только текстильные изделия, но и металлические украшения, а также книги и различные сувениры. Уезжая в другие регионы или страны, не забудьте взять частичку национальной культуры.